Анапин Амир – ученый, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы СССР. Родился 31 декабря 1913 году в семье крестьянина-бедняка в ауле Алпыс-Итук Баганского района Кустанайской области. Когда ему было 5 лет, умер отец Канапия. Он остался на попечении дяди Аймагамбета. Затем воспитывался в Кустанайской детской коммуне, где в 1929 году окончил семилетку. В 1930 окончил годичные курсы учителей. Еще через 2 года Казахский институт просвещения. В 1935 поступил в Москве на механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, где учился до сентября 1938 года. После окончания университета работал начальником управления средних школ Наркомата просвещения Казахской ССР. В военные годы работал ответственным редактором газеты «Социалисты Казахстан». Затем был назначен секретарем по пропаганде Карагандинского обкома партии. В 1951 году был избран первым секретарем Алматинского обкома Компартии Казахстана. В конце 1955 года был назначен министром культуры Казахской ССР. На этом посту проработал 7 лет. С 1962 года и до конца жизни он возглавлял кафедру истории КПСС Алматинского педагогического института иностранных языков. В 1965-м после защиты диссертации получил степень доктора исторических наук. Им опубликовано свыше 200 научных работ и статей, в том числе 6 монографий. Канапин Амир – исключительный человек, необычайно скромный, сдержанный, никогда не искавший личной и конкретной выгоды, невероятно щедрый воспитатель. Под его руководством подготовлено 20 кандидатов наук, награжден орденом Ленина, трудового красного знамени, знак почета Отечественной войны первой степени и медалями.